призыва миньонов. Эй, приветствую вас, дорогие друзья, с вами Ингрей. Надеюсь, сегодня ваша душа станет малосёху теплей. Сколько мы сыграем мы в Лигу Легенд. Да, чтобы попробовать нашу пушку в деле. Так, у нас ребята разделились. Крабкодил супер хитро. Знаете, дракон летает. Только же для первого убийства лучше было бы, наверное, прыжок его выучить. Довольно интересно. А, вот он где. Я маленькая, да удаленькая. Сволочь. Неплохо застелил, но правда этот чел не пойми как себя ведет. В любом случае килл, можно сказать, бесплатный был. Я походу саппортом, я так понимаю. Пошел в жопу, урод. Заслуженный килл наконец-то. Я так понимаю, у нас сверху вообще какие-то непонимающие, что в игре происходит, что ли? Хотя вроде скиллы-то он прожимает, этот самурай. Ну, охреневший поц, не, этот понимает, походу, что он делает, просто ему не везло. Так как он против двоих, по сути, стоял. Ну, кстати, наверное, ТП сделал и пойдет предметик какой-нибудь купит. Ну, это логично. Иду в бой.
Куда вот любопытно его союзник свалил, непонятно. Победители не пригибаются. Просто двоих ему все равно тяжело стоять, само собой. Так что, в принципе, мы можем тут более-менее вроде как нагибать. Если, конечно, он тут не начнет демонстрировать что-то вообще невероятное. А это вообще весь урон блокирует? Я думал, только направленных типа заклинаний, скиллов. Как выясняется, вообще любой. Вообще шлем бы нам не помешал. Это было хорошо. Заметьте, что пытался убивать он меня. Хотя я дохлее, в принципе. Я думаю, тут все логично. А эта игра вообще была? Серьезно, они просто взяли и сдались? Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Счастливой Хануки. Всем пока-пока.